София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Морщинцы Новоселецкого района Черновицкой области в многодетной семье. Начала петь с первого класса, участвовала в школьном и церковном хоре. В юности занималась в драм-кружке, пела народные песни в художественной самодеятельности, побеждая в районных и республиканских конкурсах. В 1964 году вступила в Черновицкое музыкальное училище, едва попав на обучение. София впервые выступила на сцене Кремлевского дворца. После знакомства со своим будущим мужем Анатолием Евдокименко, студентом Черновицкого университета и одновременно трубачом в студенческом эстрадном оркестре, певица решает испытать свой талант как солистка. В то же время она продолжала исполнять и народные песни, которые до сих пор занимают главные места в ее непосредственном репертуаре. В 1968 году Ротару стала лауреатом 9-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Софии, получив золотую медаль за исполнение украинской народной песни «На камне стою» и молдавской «Люблю весну», а также «Степью», «Степью» и «Валентины». В 1971 году Ротару снялась в главной роли в музыкальном телефильме «Червона рута», названном так по звучавшей в картине песни композитора Владимира Ивасюка, с которым у Софии сложилось плодотворное творческое сотрудничество. Также назвали и вокально-инструментальный ансамбль, сформированный Ротару Евдокименко при Черновицкой филармонии. В 1973 году она становится заслуженной артисткой УССР, а в 1976 народной артисткой УССР, в 1983 году народной артисткой Молдовы, а в 1988 году народной артисткой СССР. С 1990-х годов Ротару гастролирует и активно занимается творчеством.